Профессиональные врачи и современное оборудование играют важнейшую роль для больницы. Но свежий ремонт, обновленные инженерные сети – это безопасность пациентов и персонала. А яркие стены и приятный интерьер – для поднятия настроения. Капитальный ремонт детской поликлиники номер 3 уже завершен на 40%. К вопросу подошли основательно. Обновили крышу, входную группу, первые и четвертые этажи и инженерные сети. В рамках проекта модернизации первичного звена здесь на Камышинской 39, с детской поликлиники номер 3, проходит капитальный ремонт за счет федерального бюджета. Выделено на это 126 миллионов рублей и реализуется контракт в течение 3 лет. Ремонтные работы поспособствовали усовершенствованию логистики. Теперь все взаимосвязанные кабинеты и врачи будут находиться в одном месте. На 3-м этаже пока только демонтируют старую отделку, ведется самый грязный этап работ. Но в ближайшее время здесь расположится физиотерапевтическое отделение и дневной стационар. Все необходимые процедурные кабинеты и врачи, работающие в связке со стационаром, будут находиться на 1-м этаже. Такие усовершенствования логистики коснулись и 4-го этажа. Удобство еще заключается в том, что у нас организовано отделение диагностическое, то есть в этом крыле, то есть все кабинеты ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики и рентген располагаются у нас здесь рядом. То есть при возникновении каких-то вопросов или сомнительных ситуаций мы можем, соответственно, проконсультироваться с коллегами разных вот диагностических направленностей. И, кроме того, вместе уже сходить к клиницистам, чтобы обсудить ту или иную ситуацию как консилиум. Все работы проходят согласно самым современным стандартам с использованием бережливых технологий. Сегодня поликлиника обслуживает около 20 000 юных пациентов. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.